Приветствую вас, Денис. Я думаю, что хоть вы и не написали свой вопрос, хоть вы и не написали его, я думаю, что проблему вашу можно разделить на условно два основания, на два возможных варианта. Первый вариант – это ситуация, при которой вы ушли дальше в своем развитии, нежели чем ваши друзья. То есть вы развивались, ваши друзья нет. В этом случае их шутки вполне естественно могут казаться вам плоскими и так далее. Другой момент заключается в том, что в вашей жизни, именно у вас, что-то случилось, что-то произошло такое, что могу сделать вас, грубо говоря, более ранимым, чем вот вы были раньше, чем вы были до этого. И те шутки и то, что раньше вам то, что вас не задевало раньше, вот, сейчас вас задевает и задевает достаточно болезненно, вот, поэтому варианты здесь вот такие. Соответственно, ваши друзья, конечно же, не будут и не должны что-то менять, потому что это их жизнь, они их все устраивает, и они так привыкли, вряд ли они просто возьмут и поменяются. Да еще и там только из-за того, что вы вот решили там по-другому что у вас что-то изменилось. Это нужно понимать, вот, и смотреть, что можете в принципе в этой ситуации сделать вы, и как вы можете в этой ситуации поступать. Вот, не доказывать что-то людям, что является бесполезным. А именно вот смотреть в сторону того, что что вам хочется, и в сторону того, что вам нужно. Вот, я думаю, это будет наилучший вариант в вашей ситуации. На этом все. В принципе, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи, я надеюсь, что свою проблему вы разрешите, но и надеюсь, что вот как минимум еще допишите вопрос или выберете себе эксперта для решения этих вопросов в индивидуальной форме.